разберем следующие интонационные трудности. Это неустойчивые ступени в мажоре. К неустойчивым ступеням относятся вторая, четвертая, шестая и седьмая. Например, в до мажоре это будут ноты ре, фа, ля и си. И первое упражнение. Первая, седьмая, первая, вторая, первая. Второе упражнение. Первая, вторая, четвертая, третья, вторая, первая. Еще раз. Первая, вторая, четвертая, третья, вторая, первая. Третье упражнение. Первая, вторая, четвертая, шестая, пятая, третья, первая. Еще раз. Первая, вторая, четвертая, шестая, пятая, третья, первая. Выполняя эти упражнения, вы научитесь разрешать неустойчивые ступени в устойчивые, а также улучшите свою интонацию. Спасибо за внимание.